женские портреты называются. Здесь некоторые зарисовки характеров иронические, есть серьезные. Ну вот, например, такой монолог современной женщины называется «Пороховая бочка». «Не обижайся, милый, что не люблю покой. Помнишь, меня сравнил ты с бочкой пороховой? Тлеет фитиль так быстро, может рвануть в момент. Я для тебя как выстрел, ты для меня цемент. Я домоседка редкая, думаю, это плюс. Не родилась наседкой, стать я не стремлюсь. Мне еще столько нужно в жизни всего успеть. На сковородке уже все, мне пора лететь».